есть вот такая вот кладовка, здесь чемоданы, верхняя одежда, отличный такой вот шкафчик для хранения гладильной доски и там принадлежностей для Глашки. И целый стеллаж с моей косметикой. Их жалко, я вам не сняла, как было до, потому что было не очень. Было все битком. Сейчас перебрала все, разложила по категориям, проверила по сроку годности, приготовила все, что новое хочу протестировать. Я, кстати, я на праздниках нашла очень крутую еще одну маску от отеков, офигенную. Покажу вам ее обязательно. Вот такой вот порядочек. Так даже мне места много стало свободного, можно еще закупаться. У меня есть даже такие ящички, вот, например, в дорогу. Косметика, там щетки, какие-то пробнички. Ну, короче, как-то так.